несколько вопросов тут сразу. Во-первых, то, что опубликовал Сноуден, это в данном случае не подозрение, это, в общем-то, факты, и он предоставил документальные подтверждения своих слов. Просто потому, что он работал в Агентстве национальной безопасности США и, в общем-то, украл оттуда эту информацию. Насколько мне известно, я несколько там какое-то время изучал историю Сноудена, он целенаправленно устраивался на работу в АНБ для того, чтобы похитить потом и опубликовать эту информацию. В целом и Сноуден, и Ассанж — это люди там, определенной новой волны, то есть люди, которые, для которых идея абсолютно свободной информации является приоритетной вообще по отношению ко всем другим жизненным различным приоритетам. И бороться с ними почти невозможно, потому что такие люди, как Ассанж и Сноуден, будут появляться вновь и вновь. Что, кстати, является огромным вызовом для национальных правительств, не только для США, но и для России, и для любой другой страны. Должна ли Россия предоставить Сноудену убежище? Это вопрос, связанный с отношениями между нашей страной и Соединенными Штатами. Если это будет выгодно, исходя из там, текущей политической диспозиции, почему нет? Там, как в этом нету ничего плохого. Если же это нанесет какой-то ущерб национальным интересам России, то делать этого не следует. То есть в данном случае, на мой взгляд, нужно исходить исключительно из прагматических позиций. Когда мы говорим про Сноудена, мы забываем о том, что он опубликовал только 10% от того массива информации, который у него есть. И нас ждет еще очень много различных открытий о том, каким образом устроена работа АНБ США. Собственно, я говорю, пока опубликовано только 10%, это то, что он передал газете Guardian британской. Все остальное находится у него в руках и, насколько мне известно, размещено в различных таких интернет-гаванях по всему миру, что делает бесполезной ликвидацию физическую Сноудена, потому что в таком случае эта информация тоже будет опубликована.